Добрый день, уважаемые гости моего видеоблога. Сегодня хочу вам показать еще один очень интересный сюрприз от китайских поставщиков расходников для производства ключей. Ну, в частности, я использую, если вы помните, X-Course Dolphin, X-Course-овское оборудование, и цигадайны, в основном, ключи. В прошлый раз я вам показывал, что попадаются лезвия, которые просто тоньше, чем надо. И у них не пропиливается вот это вот пиптик, вот этот вот самый большой пин. Но дальше стало интереснее. Заказал я жало, которые проходят по толщине, по ширине. Вставляю я это жало в принтер. Принтер, разумеется, периодически чистится, калибруется, все хорошо. Принтер начинает выпиливать новое жало. И 800 рублей отправляется в урну. Ломается фреза. Неприятно. Думаю, всякое бывает. Заказываю фрезу. Ну, решил сэкономить, не оригинальное. 600 рублей. Заряжаю в принтер. Начинаю точить. Бац! И на жалах ключа того же производителя, который якобы попадает по размеру, как оригинальный, опять улетает фреза. Думаю, вот черт побери. Заказываю оригинальные кондоровские фрезы, которые уже стоят почти под 1000 рублей, полуторная. Выставляю минимальную скорость пропила. Кстати, вот на этой стадии у меня ломались фрезы. Выставляю минимальную скорость пропила. И, о чудо, ключик пропилился. Осталось поймать машину и проверить на ней. Так что вот так. Аккуратнее. Не рискуйте дорогостоящим инструментом на непонятных расходниках.